上当的子弹，一段破碎的剧情是否还会如期上演？下一的是松动着难过的怀着十字，漫长深夜中的窗帘摇曳，心事不安，等待着命运之轮解锁，别在一旁沉默，什么暴风骤雨全都经过，就算已被嘲笑声淹没，也有勇敢的坐着抒情表演。耳边传来的歌声音，有过犯下的错位，复杂的是非结果留给以后慢慢被愈合。环境的笑，同一个世界有看到的后就变温柔。握住命运之轮，冲破禁锢之门，虔诚的笑多诚恳，与你生死共存，爱拯救了世人，结局却太残忍。Твой парень? Директор, это не так. Он мой домовладелец и босс. Составил мне компанию. Понятно. Пожалуйста, позаботьтесь, Алин. Позабочусь. Кстати, Лин, что-то срочное? Нет, директор, я просто скучала по вам. Я тоже по тебе скучала. Приходи почаще. Конечно. Алло! Привет, Лин! Когда мы пообедаем? Тебе решать. В эти дни я свободна. Как насчет завтра? Я найду ресторан и пришлю тебе адрес. Ладно. Это для меня? Попробуй. Я научилась этому в ресторане, когда работала на полставки в средней школе. В средней школе? Сколько тебе было? 13. Пока была маленькая, работала на полставки. Это правда вкусно? Что такое? Невкусно? Не в этом дело. Я не знаю, почему. Я чувствую. Чувствую что? У меня срочное дело. Увидимся. Невкусно. Яблочный пирог. Нет! Почему нет? Так вкусно. Правда? Сама попробуй. Сиконмин заплакал. Откуси кусочек. Я подумала, он ужасен на вкус. Сиканмин плакал? Ты правда это видела? Напеки еще таких вкусных пирогов, пожалуйста. Но почему
Он плакал. Почему? Это ты. Хорошо. Вы меня знаете? Извините, вы ошиблись. Так это была ты. Что ты делаешь? Пью воду. Ты слепой? Почему не высушишь волосы? Не просто найти фен. И я не сушу волосы. Почему? У меня нет такой привычки. Сиди здесь. Зачем? Мой фен всегда здесь. Не стесняйся заходить и брать его. Цинтянь, мы... Я устал. Ты... Иди в свою комнату. Я правда тебя не понимаю. Что такое? В плохом настроении? Нет. Немного озадачен. Не унывай. Я учусь играть новую песню. Давай покажу. Надеюсь, от моей игры ты взбодришься. Спасибо. Почему ты так много выпил?
Ты считаешь, я твой младший брат из приюта? Мастер времени стер его память, потому что он так решил. Или он не хотел хранить это печальное воспоминание. Среди нас четверых Байдзе меньше всех сентиментально привязан к прошлому. Байдзе, я надеюсь, ты не он. Когда я узнала, что человека, застрявшего в лифте, необходимо спасти, мой младший брат умер от внезапного падения лифта, пока он выбирался наружу. Это был несчастный случай. Я восхищаюсь тобой. Ты такой добрый. Ты стал мастером времени, спасая другого. А потом ты стал заботиться о людях с помощью медицины. Я восхищаюсь тобой. Спасибо, Лин. Приятно воссоединиться с тобой. Младший брат, мы с тобой давно не виделись. Она слишком горяча. Ты так прекрасна. Доброе утро. Почему ты смотришь, как есть девушка? Ты не понимаешь. Мы составляем компанию друг другу. А мы тебе не компания? Я не хочу болтать с тобой. Как тебя можно сравнить с девушкой? При приеме пищи органы пищеварения нуждаются в кровоснабжении. Отсутствие сосредоточения на еде может привести к расстройству желудка. Спасибо за совет, профессор. Салат. Холодный. Я включаю звук. Всем привет. Гостиница, в которой я ем сегодня, действительно отличная. Мало того, что еда вкусная, но еще и места не переполнены. Довольно удобно. Знаете почему? Потому что здесь бар на первом этаже. Подписывайтесь на меня. Смотрите, здесь небольшая площадка. Лэйзи Кэт сказал, что подарит мне спортивную машину, если я спою. А теперь я станцую для вас. Это гостевой дом Цинтяня. Алло. Привет, Цинтянь. Тиффани там? Ты про звезду интернета? Да. Она долго будет там? Не знаю. Спроси Хира. Алло. Алло. Извините, ваша вода. Что вы думаете об этой звезде? Редко можно увидеть популярную и загадочную интернет-звезду. Посмотри на него. Он такой красивый. Приятного аппетита. Вот это да. Она зарабатывает деньги только на еде и трансляциях? Она довольно популярна. Она зарабатывает на еде больше, чем я в течение месяца. В машине бензина нет, свою одолжите? Ты не успеешь. Я должен попробовать. Спасибо. Еще есть? На кухне. Сам возьми.
Какой аппетит! Я закончила. На сегодня все. Увидимся завтра. Понравилось? Как прошло? Ты заработала на несколько спортивных машин. Неплохо. Дай пять. Ну что, пойдем? Хорошо. Госпожа Тиффани, могу я? Можно боссу с вами сфотографироваться? Да, конечно. Но ты должен сфотографировать моим телефоном. Я перешлю вам. Конечно. Я тоже хочу. Вот это да. Если только фотографируйте телефоны моего агента. Хорошо, следующий. Моя очередь. Улыбнитесь. Сними еще. Цинцянь, ты хочешь? Неинтересно. Что за фото? На этой фотографии я так молод. Девушка выглядит худее, чем она есть. Босс, это фотошоп. Радует глаза. Фотошоп? Как бы это ни радовало глаза, это неправда. Можно сделать одну настоящую. Дедушка, это очень хорошее. Я переоденусь. Вызову машину и буду ждать. Цинцянь, давай я помогу. На меня не похоже. Извините. Ты... Цинцянь, где Тиффани? Снаружи автомобиль ее агента. Опять опоздал. Моя Тиффани! Встретимся сегодня вечером. Я очень хорошо знакома с этим местом. Увидимся вечером. Лин, ищешь Цинцяня? Искала, но забудь. Проехали. Я чувствую, будто мы давно знакомы. Если тебе что-то нужно, обращайся. Правда? Завтра у меня встреча с подругой в гостевом доме. Хотела узнать, сможем ли мы прокатиться. Завтра я занят. Не кричи на меня, если занят. Я завтра свободен. Я отвезу. Правда? Спасибо. Так раздражает. Подумать только. Цинцянь здесь. Он такой саркастичный. Я его не понимаю. У меня неподалеку есть дело. Заеду за тобой позже.
Секон Мин, большое спасибо. До скорого. Добро пожаловать, Лин. Где Цинтянь? Пошел в больницу с боссом. Там моя подруга, пойду к ней. Конечно, иди. Лин, сюда. Тао, ты пьешь алкоголь? Это Лонг-Айленд Кайсти. Выпей со мной. Почему ты его пьешь? Сейчас день. Настроение плохое? Не просто в плохом, а в ужасном. Лин, я безответно влюблена. Безответно влюблена? Поэтому пьешь днем? Конечно. Ты тоже? Выпьем вместе. Я переписывалась с другом. Не могу встретиться с ним уже несколько месяцев. Почему не встретишься? Думаю, если увидит, как я выгляжу, я ему точно не понравлюсь. Я столкнулась с ним здесь. Он меня даже не узнал. Безнадежно. Вот и все. Твоя очередь. Я не смогла признаться в любви тому, кто мне нравится. Но продолжаю оставаться рядом с ним, в надежде, что однажды он примет меня. Знаешь, раньше я думала, что смогу это сделать. Но недавно узнала, что это безответно. Мы действительно товарищи, по несчастью. Как думаешь, почему ты ему не понравишься? Каждый день смотрю в зеркало и вижу, как выгляжу. Я могу обманывать других с помощью фотоприложений, но заставить его полюбить меня невозможно. Будь увереннее. Если у него появится шанс поговорить с тобой, он поймет, что ты милая и забавная. К тому же ты интернет-звезда. Так модно одета. Если ты хорошо одета, это не проблема. Больше уверенности. Уверенности. Перестань. От этих большеглазых и светлокожих знаменитостей я очень сильно отличаюсь. В большинстве случаев я обманываю фанатов. Мне тоже тяжело обедать, ужинать и играть в игры на телефоне. Подумай над тем, что я сказала. Уверенность имеет значение. Твое здоровье. Цинсянь, где босс? Как он? Неплохо. Врач сказал, он нездоров. Пусть полежит в больнице. Такой хороший человек. Остался совсем один после смерти жены и сына. Еще и болезнь Альцгеймера. Судьба так жестока. К счастью, он оптимистичен. Да. Кстати, хорошо, что мы попросили Тиффани продвинуть наш гостевой дом. А еще Сян Лин там выпивает.